Площадь застройки составит более 5000 квадратных метров. Торговый центр сможет предоставить десногорцам 150 новых рабочих мест. Это и продавцы, и технический персонал. Одна из сетей магазинов электронной техники уже заинтересовалась объектом и планирует разместить здесь свою торговую точку. Но магазины не единственное, что будет в галактике. 30 октября в администрации города обсуждали проект крупного торгового центра. По плану застройщика, как и в Смоленске, здесь организуют вместительную парковку и развлекательные комплексы для детей и взрослых. Это какие-то элементы скалолазания, канатные дороги для детей. Я думаю, что будет там и детский городок на территории. Идут переговоры с кинотеатрами. На совещании обсудили и проблемы, и недочеты проекта. Например, сейчас нет никакого прохода к будущему торговому центру. Поэтому решили проложить удобный подход для пешеходов к самому комплексу. Работы ведутся строго по плану, никаких задержек не предвидится. По словам Романа Пирожникова, к месту строительства уже подвели коммуникации. В ноябре начнут заливать фундамент. Застройщик обещает закончить строительство в следующем году и ввести здание в эксплуатацию. Станет ли оно местом притяжения десногорцев, покажет только время. Елена Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.